Добрый день, подписчики канала Центр Магнитол. Сегодня вашему вниманию представляем автомагнитолу Unison на базе процессора S408 ядер, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта внутренней накопительной. Данная магнитола у нас имеет форм-фактор 9 дюймов по диагонали, установлена на автомобиль Mazda 6 2010 года. Дополнительно к этой магнитоле мы установили камеру заднего вида. Она срабатывает при переключении селектора в заднюю скорость. Ну, соответственно, транслирует то, что у нас происходит сзади. При выключении R-ки в драйв или парковку включается предыдущий режим, который был активен. Поддерживается управление с кнопок с руля. В Голландии хотят уничтожать спорт. Там банды какие-то. Вот. Дополнительно хотелось бы показать вам, как настроить соединение по Bluetooth. За Bluetooth соединение в автомагнитоле отвечает... Сейчас. Яркость сделаем поменьше. Вот это приложение с трубочкой на зеленом фоне. Заходим в него. Здесь, соответственно, в списке будет представлен ваш телефон, если вы там включили обнаружение по Bluetooth. Или дополнительно включаем поиск на увеличительное стеклышко, вот это на лупу. Поиск произведен, и на соответствующее устройство нажимаем. В телефон ваш, в вашем случае, придет сообщение, что автомагнитола с названием, у нас, например, Cartek Blink, пытается осуществить соединение. Вы соглашаетесь, вводите код, который по умолчанию 4.0, его можно изменить здесь. Соединение произойдет, и в дальнейшем подключение по Bluetooth будет происходить в автоматическом режиме. Данное приложение будет разрешит вам скинуть список контактов с телефона в автомобиль. Вот это вот значок, он станет беленьким, когда Bluetooth соединение будет доступно. Чтобы произошла синхронизация контактов, нужно в телефоне разрешить именно эту синхронизацию. Без разрешения синхронизации именно в самом телефоне контакты в головное устройство не сольются. Чтобы воспроизводить музыку, нужно включить музыку на плеере телефона, выставить громкость на телефоне по максимуму, а в этом приложении нажать вот эту вот кнопочку с ноткой. Тогда в автомобиле будет транслироваться музыка с вашего телефона. Подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе последних новинок автомагнитол Unison. Задавайте вопросы, ставьте лайки, комментарии. Всем пока-пока.